Что все-таки ждет отечественную киноиндустрию? Поговорим об этом с режиссером и продюсером Сабитом Рахимбаевым. Добрый вечер, Сабит. Наталья, здравствуйте. Вы частично успели показать в кинотеатрах вторую часть фильма «Гудбай, мой бай». Сколько дней картина была в прокате? Наш фильм вышел в прокат в конце февраля. Мы успели 3 недели в прокате побыть, потом как бы начался карантин. И нам немножко повезло по отношению к тем, кто вышел в марте, да, и фильмы только вышли, как бы, и сразу карантин начался. Мы как бы успели, скажем так, вернуть свои деньги, то, что мы на фильм потратили. Но, к сожалению, чуть-чуть не успели заработать, скажем так. Как считаете, что ждет казахстанскую киноиндустрию? Каковы прогнозы? По моим прогнозам, даже когда кинотеатры вновь откроются, я не думаю, что зрители толпой побегут в кинотеатры. В любом случае они будут как бы присматриваться, можно ли ходить. Я уверен, что кинотеатры как бы создадут какие-то условия, то есть будут зрители сидеть уже не в таком масштабе, меньшее количество будет запускаться, будет, наверное, сидеть в масках, в перчатках. Потихоньку, я думаю, где-то через полгода, думаю, на свои места все вернется. Как бы. Скажем так, мы будем максимально помогать кинотеатрам, чтобы привлечь зрителей в кино. Рекламировать, приходить, и сами будем ходить в кино. Но сложновато будет первое время, я уверен. Ну, в любом случае, удачи. Спасибо вам за ответы. Напомню, что с нами на связи был режиссер и продюсер Сабит Рахимбаев.